G7 全体での Что касается финансово-экономической поддержки Украины, которую G7 в целом выделила на 2023 год, это составляет 39 миллиардов долларов США. Была подтверждена наша непоколебимая поддержка Украины. Кроме того, мы попросили МВФ ускорить работу по составлению программы поддержки к марту. Санкции против России чрезвычайно важны для ограничения незаконных военных действий России. Как подтверждается в заявлении G7, незаконные действия со стороны России продолжаются, а санкции серьезно снизили способность России продолжать войну. Это было подтверждено. Теперь, что ожидать дальше? Нынешние санкции будут продолжены, а их эффективность будет проверена мониторингом, и по мере необходимости будут приниматься дальнейшие меры. Как вы знаете, с точки зрения мировой экономики, судя по последним экономическим показателям, мировая экономика остается более устойчивой, чем можно было бы ожидать. Это мнение было выражено, но тем не менее в глобальном масштабе уровень инфляции остается повышенным.